История создания следующего произведения очень проста. Начало 20 века, Италия, маленький городок у моря. Сергей Васильевич Рахманинов с семьей проводит отпуск на даче. И вот почти каждый день к дому Рахманиновых и к домам, расположенным поблизости, приходит молодая, хочется верить, очаровательная итальянка, которая ведет на веревочке за собой ослика. А ослик нагружен небольшим механическим пианино. Девушка останавливается, вокруг нее собирается толпа зевак. Дальше она заводит пианолу и начинает петь и танцевать под звуки веселой польки. Вернувшись в Россию, Сергей Васильевич обработал эту незатейливую, но так полюбившуюся ему мелодию. Часто исполнял ее на фортепиано в четыре руки со своей женой и даже переложил польку для духового оркестра. Итальянская полька Рахманинова на сцене, лауреат международных конкурсов, финалист фестиваля конкурса «Синяя птица», композитор Елисей Мысин. Если вы так встречаете Елисея, как же вы будете встречать Дениса Мацуева?